Стойте, стойте! Ты что, еще не прибил? А плакат где? Максим не принес. А, нашли кому поручать, Максиму. Эх, Максим, ну почему ты в летчики не пошел? Летал бы на реактивник. Да предлагали мне и в летчики, и в артиллеристы. Ну все ж не самостоятельные роды войск, все ж пехоту обслуживают. Точно! Где больше всего героев Советского Союза? В пехоте! Максим! Правильно. Выполнено! Никто не заметил. Никто! На ворота повесил. Молодец. Валю, хлопцы, мы Коле прицепили? Есть! Петру тоже? Ага. Шофер новый, который квартирует у бабки Гарпины? Получил. Получил свое? Так. Андрею Бандуре, Сереге и Тимоше. Ну, в ружье, давай. Че ржете? А мать сушиться повесила. А надпись тоже мать сделала? Это куры поклевали. Ты подумай, какие грамотные куры. Ничего не понимаю. Вот сразу видно, что ты недавно в селе. Вот. Ну, как тебе растолковать? Вот у нас обычай такой. Вот, скажем, ты идешь свататься, а девчина тебя не любит. Не любит. Вот тебе его. Подносит тебе тыкву, арбуза по-нашему, отказывает, значит. А Маруся тебе прямо домой прислала. Никуда ты не пойдешь. Нет, пойду. Маруся, чего ты копаешься? Одевайся, Максим. Припусти язык, Максаты. Матери перечить. Я не посмотрю, что ты такая здоровая вымахала. Вот возьму хворостину и выбью дурь из головы. Тоже нашла себе милого. Все село от него плачет. Да что ж ты наделал? Чтоб у тебя руки поотсыхали, чтоб у тебя пальцы поотваливались. Помер у меня опустил разбойник. Да за такой букет тихо. 5 рублей выторговать можно. Да не кричи, не кричи. Вам за это заплатят. Кто заплатит? Ты червивый. Да голова колхоза заплатит. Ты еще брехать будешь? Зачем голове цветы? Как зачем? Артистам. Артистам. Артисты в село приезжают. Артистам, пускай свои ребят. Так не хватило, послал по селу. Не искать. Хватило. По 20 копеек за штуку платить будет. О. А вы еще деретесь. Заберите свой букет. В другом месте найдем и получше. А за оскорбление и побои перед судом ответите. Постой, Максим. А много артистов приедет? Человек 30. 30. Максим. Хлопчик мой славный. Ну, прости меня, дурную бабу. Не ходи больше никуда. Я ж пошутила. Видик ты старый, кочерга ты блудливая. Назначили у начальника над колхозной пасекой, так я уж ему не пара стала. Не опомнись, Парасю, помнись. Ты бы внуков наших постыдился. Ты уже это охальник какой-то подшутил. Брешешь, брешешь. Ну скажи, кому ты ходил? Ты не ходил. Еду. А? Это же Максим повесил. Я сама видела. Ах, Максим? Да вон. Видишь? Ага, не опаздывай, не опаздывай. Храм бы тебя побил. Опять? Ну что натворил? Ну погоди, я тебя из-под земли достану. А цветы кому? Не убежишь. Ну угадай. Мне? Угу. Ой, Максимка, мне еще никто никогда цветов не дарил. Какие красивые. Где ты достал? Ты знаешь, я такие в райцентре видела, в оранжерее. Оттуда есть. Так до райцентра ж 25 километров. Ну, подумаешь, встал пораньше, сбегал. Пешком? Не, ну, напрямик. Вот на мостике еще свалился, руку. Давай лучше слезем, а то свалишься и в армию тебя не возьмут. А, упаду!
раз уезжаешь в армию? Марусь, ты знаешь, так рад. Рад, что от меня уезжаешь. Не, ну как ты могла такое подумать? Ну ладно, ладно, верю. А вот волосы ты там не стриги. Так нельзя, не положено, Марусь. А ты все равно не стриги, некрасиво. Хотя, впрочем, стриги. И смотри там. Да ты о чем? Ни о чем. Маруся, будешь меня ждать? А что тебя ждать? Стриженный, будешь некрасивый. Я серьезно, Марусь. А зачем столько значков нацепил? На петуха ж похож. Да перестань, я одели, будешь ждать. И небось половину выменял. Ну ты выдумаешь еще. Конечно. Ну откуда у тебя значок парашютиста? Ты что, прыгал? Прыгал. Врешь? Да прыгал. Ясно, с дерева. Последний раз спрашиваю, будешь ждать? А ты перестанешь врать? Так я ж тебе никогда не вру. Ну что толку, а другим? Да у тебя вечный язык свербит. Ну скажи, чего за тобой дед насигнался? Ну так, ну разминка, тренируется дед. Вот видишь, и меня врешь. Самый настоящий брехун. Я брехун? Так не, а чего ж ты тогда со мной встречаешься? Да так, из жалости. Кому ты еще такой нужен? Ах, не нужен. Нет, не нужен. А ты думаешь, ты мне очень нужна? Да я только свистну, так за мной девчата табунами побегут. Ну и свисти, свистун. Ну так что? Ну так что? Подумаешь, гарбуза поднес. А кто из нас молодости не баловал? Не в гарбузах дело, а в характере, хлоп. Наплевать на характер. Было бы понятнее в голове. Вот ты 10 лет у меня в оркестре играешь, а не можешь отличить гопота от похоронного марша. Максима голова, ого-го, какая. Голова-то хорошая. О! Но что говорит, только дурню досталось. Наплачутся они там в армии с этой головой. Вместе. Спорить могу. Я ее воспитал, ее пять раз заявляю. Что из него ничего не получится? А я категорически говорю, получится. Максим первый в армии себя покажет. С конца. С конца, с конца, сначала. Давай спорить. На что? На что хочешь? На бочку пива. На две. Не, на бочку, на бочку. Давай. Только смотри, я требую. Все свидетели. Здорово, Селинка. Обиделась. Кто? Маруся. Чу. Да че ты Маруся не знаешь? Зашипила як шкварка и все. Зараз прибежит. Прибежит? Она еще про арбузы узнает. Тихо. Ну откуда она узнает? Ну вот скажем, пришлет тебе Василинка арбуза. Ну да, пришлет. Так ты что? Схватишь арбуза и будешь бегать по всему селу хвастать? Та спрячешь арбуза про Василинку и думать забудь. При чем тут Василинка? Ну поднес бы одному или двум, кого подозреваешь. Да я никого не подозреваю. Тут, понимаешь, тут предусмотрительность нужна. А деду Мусию зачем? Ну, последний, чтобы не пропадал. Микола идет. О, Миколаша, здоров. Здоров. Че такой невеселый? Да так. Че ты суешь? Иди умойся. Ну, действительно. Закури. Не, ну что тем девчатам надо? Нет, ну ты подивись на Миколу. Гарний, як намальований. Ну, ладно. Ну, действительно. С того ж лица только воду можно пить. А на ему гарбуза. Ну чого ви? Ваш билетик. Иван, здравствуй. Здравствуй. Да ты уже вроде поприветствовала меня сегодня. А я что-то не помню. Ну? Слушай, Иван, а где твой значок парашютиста? Да внук бабки гарпыны стянул, а Максим выменял у него на свисток. Ты не видела Максима? Очень мне нужен этот свисток. А кто тебе нужен, Марусенька? Гарных хлопцев в селе. Понятно, я так и думал. Мы провожаем на службу в Советскую армию наших лучших хлопцев. Завтра уезжает от... Открывай, открывай. Вот ты Евдоха. Это что она, новобранцев притащила? А говорили, за грош повесится. Я девчата в нос потер. Макс, вместе. Вот это по-нашему. А как же, мы порядок знаем. Завтра
завтра уезжает от нас Степан Левада. Сюда, сюда, Степан. А говорили, артисты приедут. А все цветы хлопцам пойдут. Какие артисты? Конечно, для хлопцев. Так побольше давай, чтоб не осталось. Считать будешь, читать, поверишь? А зачем считать? И то Максим прав. Перепелица! Максим Перепелица! Да Максим уже получил. Не беспокойся. А когда же он успел? А когда ты его до меня присылал. Я? А зачем? За цветами. Че ты забыл? По 2 гривенника за штуку. Эх, шельмец, копи хандрат гроши на пиво. Замолкни. Дозволь слово. Что же это такое? А ну покажи, покажи. Ну передайте в президиум. Чего? Ай, коза смолена! Что тебе нужна? Подумаешь, красавица! Марусенька. Вот тебе оранжерея, а вот тебе арбузы. Максим! Скорее, не пускай! Решили не посылать! Чего-чего? В армию тебя решили не посылать. Меня в армию? Да. Да прав таких не имею! Не пускай! Правильно! Не пускай! Пусть знает! Так почему же не пускать? А ты что? Ты хочешь, чтобы он всю нашу яблонилку там осрамил? Осрамил? Такие убытки ввел меня, брехун! В убытки! Убытки, убытки, тебе убытки! Осраму, спекулянта! Замолкни, что? Писать прошение воинскому начальнику! Таким не место в армии! Не место! Замолкни! Товарищи, товарищи, позвольте! Ну как это не пускать? Нехай едет, в армии из него человека сделает! Ну что же мне заступник нашелся? Не достоин! Честь солдатскую запятнает! Запятнает! Не имеете права. В Конституции записано. Чего ты говоришь? Иди сюда, чтобы люди тебя слышали. А мне здесь неплохо. Иди, червец! Народ тебя требует! Что ты хотел сказать? Товарищ Жило, вы же не имеете права нарушать Конституцию. А мы не нарушаем. Помнишь, как в Конституции сказано? Не помню. Служба в армии – почетная обязанность каждого советского гражданина. Вот видишь, почетная. Правильно. А люди считают, что ты такого почета не достоин. Армия наша народная, и народ имеет полное право решать, посылать тебя на военную службу или не посылать. Не посылать! Нет, товарищ голова. Батько. Батько, батько. Люди добрые, за что? За что ж такое наказание? Ну, я ж комсомолец. Выкинуть тебя с комсомола треба. Ну, были промашки. Глупости были, так я исправлюсь.
с места это не сойти, я исправлюсь. Клянусь вам, что в армии я буду... Дурака будешь валять! Дай кто говорить. Товарищ голова, ну вы делайте со мной, что хотите. Только... А ты к людям. К людям обращайся. Дурного обо мне вы никогда не услышите. Ну как, товарищ, поверим? Так точно. Ну как пополнение? Ох, и хлебнул же я горя, точно. А что такое? Ну, представляете, попался мне один герой. К станционному колоколу бродячую собаку привязал. Целый переполох? Да. Отвязать боятся, кусаются. А на одной остановке такую пляску учинил, что весь базар сбежался. А он перед ними с речью выступил. О вреде табака. Потребовал сдать всю махорку. Ну и как? Заговорил, сдали. Точно. Степа, давай сюда. Так, а ну-ка брось письмо в ящик, только в почтовый. Маруся? Да понимаешь, так нехорошо вышло. Ну, давай. Ого, ты откуда? Из Белоруссии. А чего такой длинный? Хорошо кормили. Добрый наблюдатель из тебя выйдет. Зрение крепкое? Ничего. А ну-ка прочитай, что там написано. А, молодец. Далеко видишь. Ну ладно, стой, тут будешь моей команде. О, а ну иди сюда. Ну чего смотришь? Ну иди сюда. Ну ты. Ой, я такой свитки сроду не бачу. А ну, хлопчик. Ого. Катерма. Катерма? Кушай. Ну давай, будешь моей команде. Задание выполнено, товарищ начальник. Молодец. Хлопцы, можно перекурить. Все, подавай трофейную махорку. Эй, а ну иди сюда. Пацан, ну вот. Эй, ты! А? Чё командуешь? Пташка. Кто такой? Кто я такой? Командир, да? Ну, правильно. Ты что, не веришь? Минутку не расходиться, ждать указаний. Здравия желаю, товарищи начальники. Здравствуйте. А что, долго треба служить, чтобы командира выйти? Смотря как служить будете. Ух, знаете, как буду. Решите идти. Идите. Большой начальник. Боевой парень. Да, только бы в нашу роту не попал. Я про него как раз и рассказывал. Думаете, не справимся? Ну, меня-то не забалуется. Ну так, приказано строить. Становись. Быстренько. У кого тяжелые вещи, погрузить в машину. У кого тяжелые вещи, погрузить в машину. Эй, вы, хлопцы, а вы не трогайте. Почему? Ну, почему? Закалка будем делать, да? Правильно. Кто знает, когда здесь кормить будут. А тут домашняя колбаска, пирожки, сало. Всю дорогу закаляться будут. А. О, видал? Боем на Приморье, белой армии одни. На свидание. Что, мальчики, заплели? А командир ваш держится молодцом. Стоп! Привал! Никакой он не командир. А терма. Эх, трепач ты, балаболка. Но ты, хитиль.
чем дело? В чем дело, в чем дело? Вещички подберите. Свалились. Пехота! Привет! Будете разгружать машину? Кто, я? Не рассуждать. Товарищ старшина, так сейчас придет моя команда... Открывать борт и действуйте. Документы на значке имеются? Документы? Ну а как? Смотрите, проверю. Здравствуйте, товарищи. Здорово. Здравствуйте. Ну как, привыкаете? Привыкаем. Ну ничего, ничего, привыкните. Только надо встать, когда с вами старший разговаривает. Вот так. Ну а зараз трошки потрудимся. Нам здесь приказано. Не рассуждайте, действуйте. Двое открывают борт, четверо наверх. Остальным таскать вещи, складывать аккуратненько. О, о, дайте на даче сюда. Так. Иди сюда, сюда. А для тебя, родная, и почта полевая, прощай, труба зовет, солдаты, поход. Пожарек у нас с тобою, веселей солдат гляди, как бьется знамя по собою. Вот это да, геройский полк. Вот ты! Не, ну а что же это такое, хлоп? Ну аккуратнее, аккуратнее, вот так. Орлы, можно перекурить. Махорку можно брать про запас. Старшина идет, быстро в курилку, раз. Что начали разгружать? Сейчас придут товарищи, помогут вам. Да спасибо, сам управился. Да. Вы, я вижу, не только собак к колоколу можете привязывать. Работяга, точно. Как фамилия? Перепелица. Хвалю. Перепелица, мне третий рот! Да пойди мне за виник! Мы трогаем перепелица! Максим, а вон она одиться! Что она? Чапка! Прекратите! В чем дело, перепелица? Поменять. Ну, давай, Сергей. Перепелица! Выходи строиться! Выходи строиться, только по-военному, по-военному. Ну-ну-ну, живей, живей, хлопцы. Ёжик, да вынь же руки из карманов. Ох. Ну давай, 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 хлопцы. Две шеренги, становись! Товарищ старшина, вы разговорчики. Ставлять! Пирра! Але! Туп! Кагом! Пирш! Thank you.
честность и правдивость – важнейшие черты морального облика советского воина. Морального? Морального. Записали? Ни в чем и никогда не обманывать командира и товарищей по службе. Быть самокритичным. Самокритичным. Сержант Рябов, соберите конспекты у Ежикова, Таскирова, Петрова и Перепилица. Стёп, спасай, дай твой конспект. Ты сегодня сам хорошо конспектировал. Ну чего ты? Ну чего? Товарищ лейтенант! Да? Товарищ лейтенант, разрешите забрать мой конспект? Зачем? Да, не докончил. Ничего, я посмотрю, потом закончите. Идите одевайтесь. Ой! В чем дело? Ничего, ничего. Ой, свитер белый не бачу. Идите полежите, потом в санчасть. Фу. Ой, 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 ой. Что, что? Что там? Да. Внимание, третий рот, рядовой Петров. Слушай. Войдите, войдите. Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться? Обращайтесь. Да я и не болен. Тогда ограничимся одним нарядом. Хотя можно было бы и больше. А ты плясать умеешь? А Максима? Да. Умею. Молодец, Максим. Это уже 13-е. 13-е? Ага. А мне Степан только 6 писем написал. Ну, читай скорее. Читать? А я их собираю так, для коллекции. Да ты сама сошла. Не капельки. Я ему определила наказание. 20 писем. 21-е получу, все сразу прочитаю. Тогда, может быть, отвечу. Неужели так ни одного и не прочитала? Нет, у меня железный характер. А вот распечатанный. А это Галина работа. Уж я и дам. А Галя тебе не говорила, что он пишет? Все хвастает и просит у меня прощения. Слушай, Василинка, вдруг он не выдержит и бросит писать, а? Ну и правильно сделает. Ну и наплевать, значит, не любит. Если любит, выдержит. Здравия желаю, товарищ лейтенант. Что случилось, Степа?
Выведены из строя лейтенант Ветров, сержант Сидоркин, Ребров. Рассредоточиться по отделениям. Сержанта нашего вывели из строя, а? А что ж делать, Степа? Второе отделение, слушай мою команду! Почему твою я первым стал в строй? Не вмешивайтесь, пускай сами разберутся. Отделение за мной! Чего ты поперед батька в пекло лезешь? А что? За мной, за мной! Тоже мне генерал выискался. Ну, командуй ты. Хватит, покомандовал. И командир. Очень мне нужно вами командовать. Все равно сейчас спать пойдем. Кто принял командование отделением? Докладывайте, рядовой Левада. Командование вторым отделением принял рядовой Левадом. Вы что-то хотели сказать, рядовая перепилица? А, товарищ гвардии лейтенант, курить можно? Нельзя. Правильно. Я так и думал. Слышь, а он, оказывается, думал. А как же? Слухай, Ежиков, ну? А ты малый не дурак. Да. И дурак не малый. Спасибо. Пожалуйста. Противник занимает оборону глубиной в 5 километров за сухой балкой. Наша задача – незамеченными пройти полосу обороны и через 4 часа достигнуть высоты Блин. Ясно. В головной дозор. Таскиров и Перепелица. Старший Перепелица. Понятно. Ну, чего тут думать? Надо идти влево, там ближе. Правильно. Нет, неправильно. Там на засаду нарвемся. Да откуда это известно? Вот видите, следы танка. Так может, он вправо поехал? Смотрите, косые зубцы по краям следа указывают направление. Так куда он поехал? Влево. Верно. Слушай, откуда он знает? Ну да не от них, он не пишет писем Марусе. Разговорчики, наблюдайте вперед. Пожалуйста. Докладывайте, товарищ Васин. Слушаюсь. Полевые караулы, засады и секреты расположены здесь. Между засадами и секретами имеется зрительная и огневая связь. Трудноват придется вашей роте. Но как думаете, пройдут? Все, конечно, не просочатся. Тем более, что два отделения из взвода лейтенанта Фомина идут без сержантов. Но в бою прошли бы, товарищ генерал. А какая разница? В учении легче, чем в бою. Разница в противнике, товарищ генерал. Одну военную науку изучаем. Хитер, старший лейтенант. Страхуетесь. Наука-то одна, это верно. Да учителя разные. Вот и посмотрим, кто из вас лучше своих людей обучил, а? Нарвался кто-то из наших. Лопухи. Очень вкусно. Молодец. Стараемся, товарищ старшина. Напрасно стараетесь. Кого кормить-то будете? Мои орлы все ваши роты завернули. Опять пересолил? Заставлю одного весь котел съесть. Слушай. Здорово, мы обошли засаду. Да, а теперь чепуха. Перебежим лощинку. И все. Точно. Замечательно.
Жалко, ноги запачкаем. Всем ползти по-пластунски. Степан, да ты что, сдурел? Там же болото, вымажемся, как черти. Тут целый день ползти надо, к сроку не поспеем. Точно, Степан. Прекратите разговоры. А вы запомните, здесь нет ни Степанов, ни Иванов. Есть рядовой солдат Перепелицев, есть командир отделения рядовой Левадов. Всем понятно? Да, понятно. За мной! Дай дурню волю. Чего ты? Ёжика утонул. Эх, верно ты говорил. Кому это нужно? Перебежали бы быстро, и все. Так я ж всегда верно говорю. Тише. Становись! Ой, не могу. Привык уже, на пузе легче. Не, лично для меня, конечно. Тише. Противника накличем. Не накличем. Полоса противника позади. Не, серьезно? Значит, и шуметь можно? Можно. Вау! Зачем буха? Вау! Там, где пехота не пройдет, и бронепоезд не промчится, угрюмый танк не проползет. Максим на пузе проползет, и ничего с ним не случится. Ага. Стой! Снимай сапог. Да это не занятие, а смертоубийство. Сейчас сердце треснет. Солдат до сих пор не учил спартанки наматывать. Товарищ старшина. Кто это поет? Точно? Неужели он дошел, а? Разрешите приготовиться к раздаче пищи? Что? Готовься. Слушай. Стой! Направо! Ренясь! Вперво! Равнение налево! Товарищ! Товарищ генерал! Второе отделение первого взвода задание выполнило. Отставших нет. Докладывает рядовой Левада. Вольно! Вольно! Товарищ старший лейтенант,
Вы говорили, что два отделения идут без сержанта. Сержант! Как у него с политподготовкой? Стрельбой? Отлично, товарищ генерал. Тем более, благодарю за службу, товарищ младший сержант. Никак нет, товарищ генерал. Это мой. С этой минуты вы младший сержант. Служу Советскому Союзу. Командиры? Ну как? Тяжело? Пусть такие, товарищ генерал. Благодарю за службу. Служим, Советский Союз! Это вы хромали? Так точно, я! В таком боевом отделении вдруг такой вояк. А если бы сейчас в бой? Возьмите у вас газеты! Закурим, Марко? Закурим. Спасибо. Все. Все. Что нового в районе? Начальство справляется? Кто не сказал бы. Транспорт поломался, а нового не дают. Плохо. 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 А международное положение на каком уровне? Ну, как вам сказать? К примеру, вот сообщение ТАСС. Да перестаньте тянуть, говори, принес письмо или нет. А раму заварь? Да быстрее же давай. А Макарыч будет? Да будет, ну давай. Да. Маркуша, друг. Будет Магрич, бежим в сельпо, будет Володька, иди к дядьку Афанасу. Стой! Запасся, хлопцы! Володька, пусть берет побольше грошей и бежит в сельпо. Привезли, вот такой вот круглый, да не такое вот такое. Ну, понял, качай! Ты куда? Бегу к дядьке Афанасу сельпо звать. Что, привезли, что там? Во! Что, Васита? Да не вот! Машинки швейные, а радиоприемники не привезли? Привезли, все привезли. Рядом стоят. Давайте репетируем следующий раз. Хорошо. Молодец, Максим. Точно. Какой Максим? Для кого же Максим? А для кого рядовой перепелица? Понятно? Тебе самому это непонятно. Служба службы, а дружба дружбой. И... Ёжик, тоже в артисты лезет, понимаешь? Значит, друг... А как же? Младший сержант Левада сейчас направит человека на кухню. Как он плечистку сломал. Слушай. Кого пошлем? Ну как, видели? Ёжик, слухай, артист.
А ты можешь картошку с завязанными глазами чистить? Ну, могу. Ну, на кухню, кругом, шагом. Давай, да, давай. Но ведь очередь перепелицы. То ты ж Степан. А вот сейчас уже не Степан. В чем дело? Почему закрыто? Где продавец? Кто? Первая. Куда ты? Что ты? Ну, Конрад, не пробиться нам за Могорычу. Пойдемся. Где Апанас? Ого. Апанас, сюда. Апанас, сюда. Я думаю, себе, я впереди вас. Как? Я впереди? Да не туда, сюда. Ах, туда. Спор нас помнишь? Какой спор? А, не знаю. Память отшибла. На бочку пива. Нет, не помню. Свидетели есть? Так неизвестно еще. Как неизвестно? Все известно. Документы прибыли. Ну, если документы, предъявить треба. Слухай, что Максим пишет. Письмо? Чего же ты, старый черт, молчишь? Живой, здоров? Здравия желаю, дорогие, батьку и мама. По военному обращаюсь. Но это еще ничего не значит. Шлет вам низкий поклон. Сын вас, солдат, Максим, служу я, как и раньше, в том же городе. Служба идет неплохо. А факты, факты. Сейчас будут и факты. Служба идет неплохо. Даже наоборот, сам генерал. Генерал. Майор пожал мне руку и поблагодарил за добрую службу. Майор. Генерал-майор! Генерал-майор! Генерал? Но! Вот тебе первый факт. Ты чего? Мы мастер же врать. А недавно на очень ответственных учениях... Ответственных? Я шел дозорным во главе целого подразделения, какого не скажу, военная тайна. Роту подивил. Мы первыми выполнили задачу. За что, генерал, генерал-майор, пожал мне руку лично и объявил благодарность. Вот тебе второй факт. По тревоге я поднимаюсь быстрее всех. А чем не факт третий? А ну, конечно, написать все можно. Бумага терпит. А ты не спеши, не спеши. А это не всем дается. Многим приходится трудно. Трудно. Особенно на учениях. Об этом мы как-то разговаривали с генералом. Он меня спросил. Тебя? Да нет, Максима. Ой. Трудно, товарищ, перепелиться. А я ему ответил. Нет, пустяки, товарищ генерал. Ах, и брешет, Максим. Сама ты брешешь. Не, похоже на правду. А ну, Панасе, тряси вот ноль. Кондрат Филиппович, да ведь это же все слова. А на слова Максим щедрый. Тут треба документы посерьезнее. Дивно, що мало наврав. Мог би написати, що сам генерали вибив. Верно, не може такого бути. Прибрехивает Максим. Ах, не може! Не може! Не може! Так подьте ще один документ. Глядите! О, на! Смотри, а? Дири-дири-я-рай-тай-рай-тирам, дири-дири-я-да-тара-там, дрям-пам. Вот смотрю я на вас, хлопцы, и удивляюсь. Ничего же вы не научились. Нет, верно. Живем дружно, одной семьей, а картошку чистим в разные ведра. Глубокая мысль. А ты изложи ее дежурному по кухне. Да что дежурный? Все же зависит от вашей сознательности. Не любишь ты работать, а? Кто, я? Да я в деревне был первым человеком. Ну чего? До сих пор советую. А недавно одно им предложение подкинул. Благодарят. Ящик халвы прислали. Не знаю, что с ней делать. Тащи сюда, поможем. Да? Вот это друзья. Значит, халву есть поможем. А картошку чистить? Сколько принесешь? Ведро картошки, кило халвы. Так, ну а если обманешь, порядок. Дежурному по кухне скажу. Понятно.
Чистить весело картошку одному на целый взвод. Ложки, миски, поварешки приготовить наперед. Ложки, миски, поварешки приготовить наперед. Было бы лучше в это время кушать грушевый компот лично для меня. Ну а ты? А что ты не на кухне? Там ребята душевные ценят. Без сомнения на зарядку хорошо поутру встать, рассчитаться по порядку и руками помахать. Рассчитаться по порядку и руками помахать. Было бы лучше в это время спать да спать лично для меня. Уступи-ка место, дружок. Как приятно всем нарядам блеск казарме навести. Навести везде порядок, подгрести и подмести. Навести везде порядок, подгрести и подмести. Было бы лучше в это время время с милой провести лично для меня. Что-то она плоховато. Ну ладно, 200 килограмм. Где же вы были раньше? Только-только кончилось. Ваше увольнительное. Да мне в ларек халвы купить. Кру-хам! Халвы тебе надо? Зачем тебе халва? Давай я тебе лучше сапоги почищу. Да зараз Николы. Так что такое Николы? Ну некогда, некогда. Ах, тебе некогда, некогда. Так иди на базар, иди вот так прямо, потом повернешь направо, ага. Потом там увидишь красивый такой дом с хорошими резными воротами. Ага, спасибо. Подожди, нет, только ты туда не ходи, а сверни еще раз направо. Понимаешь, нет? Слушай, подожди, нет, ходи. А ну-ка, пойдите сюда. Кто? Я? Да-да. Ваши увольнительные? В каком смысле? Вся рота собралась. Рота поступил перебелиться. Товарищу обманывать нельзя. Товарищу помогать надо. А я тебе не помогал. Чьи ты конспекты переписывал? Не товарищ плохой. Сегодня с кухни сбежал. Завтра пост бросит. А в бою как? Да ты на себя посмотри. Ты забыл, как стоял на сцене в колхозном клубе и еле сдерживал слезы? Ты клялся, что всем докажешь, какой ты есть. И что ты доказал? Опозорил село наше, всю нашу роту опозорил. Ну, подумаешь, на 5 минут ушел.
Максимка, дорогой. Максимка. Всем селом читали мы письмо о твоих успехах в службе. Я, признаться, думала, что ты по своей привычке все брешешь. Но когда увидела фотографию, поняла, правда. Ой, как я рада, что тебя уважают в армии, что тебе доверяют самые ответственные задания. Товарищ гвардии старший лейтенант, я думаю, перепелиться из-под ареста прибыл. Ну что ж, пройдемтесь. Садитесь. Да спасибо, я уже насиделся. Садитесь, садитесь. Курите. Спасибо. На гауптвахт ведь не курили? Привык уже. Привык. Послужил у нас во время войны сержант Орлов. Кстати, его тоже Максимом звали. Так тот из каждого поиска языка приводил. Вот это была хорошая привычка. Ну, берите. Попробовал бы он сейчас. Вот оно в чем дело. А знаете, Максим, я ведь когда-то тоже так думал. И прямо скажу, неважный из меня был солдат. Не любил я на занятиях окапываться. Ну че, пули ведь не свистят. И поплатился. В первом же бою ранило. Ну, так как же дальше служить намерены? Обещаний давать не буду. Не надо. Вы приняли военную присягу. Пора на деле. Эх, было б дело. Рот надо разведать как следует. Пошлите самого опытного солдата. При обнаружении противника пусть пригнет какое-нибудь заметное деревцо. Рядовой Перепелица! Я! Отставить. Да, ну... Пошлите Ежикова. Отставить, рядовой Перепелица. Задерживается Ежиков. Пошлите еще одного человека. Слушаюсь. Помните, место здесь коварное. Я буду в первом отделении. Рядовой Перепелица. Я. Ты как сюда влетел? Как влетел, как влетел? Думал, твердо. Ты отличник, опытный солдат. Подожди, сейчас. О, черт! Заметят, подумают, сигнал. Не нужно, потом. Иди доложи, болото можно форсировать угревой березы. Сам разведывал, сам и докладывай. На, лови. Да осторожно, спокойно. Не горячись. Ползи к отделению. А ты? Делай, что говорят. Мы и так столько времени потеряли. Меня потом. Где-то здесь хлюпало. Разговор слышался. Вон, смотри. Иди доложи командиру, а я его покараулю. Старый знакомый. Опять сидишь? Понравилось? Ой, да ну! Да спасай же! Да... Березу прыгни! Вон того кривого деревца почву потверже. Ох,
Ну вот и хорошо. А теперь иди вперед. Пошел вперед. Может? Дай обогреться, замерз як цуцик. Как приятно всем нарядом блеск в казарме навести. Навести везде порядок. Ух, шляпа, а все из-за тебя. Отзастать бы самого мыть. Давай помоем. Ага, ты намоешь. Эй, артисты! Обсыхайте! Пусть подойдет. Твое счастье перепелить, что не я тебя охранять остался. Меня б не утащил. Думаете, здесь отмыться? Вряд ли. Вас надо в котле замачивать и три дня кипятить. Давай, давай, давай. Да давай, давай. На себя так ухватил. Да, старушку. Ушел. На себя. Что это вы здесь делаете? Раков ловим. А, пошел врать, никаких здесь раков нет. Слухай, Вася, ну, покажи ты, этому дурню. Сколько мы наловили. Что это там происходит? Водичка мировая, Максим! Припнися! Эх, твое счастье, что командир отделения подошел. А то мне показали раки зимой. Что здесь происходит? Воспитываем, товарищ капитан. Воды боится. Это интересный метод. Может, о нем в газету написать? О нем? Да нет, не стоит. Разрешите? Пожалуйста. О, а похож как, а? Ты, ну дай почитать. Да что читать? Ты на портрет погляди. О, гвардия орел. Степа, ад бы твоя Василинка увидела. Да ну тебя. Что ну тебя? Пошлем, пусть знают наших. Неудобно. О, ему неудобно. Вася, собери все газеты в роте. Зачем? Диктуйте адрес, я сам пошлю. Пожалуйста. Это корреспондент. Тебе пришел, поговорить хочет. Да? Ну так, Перепелица, Максим Кондратич. Родился в селе Обланивки в семье кузнеца. Какие будут вопросики? Кондрат! Дядьку Кондрат! Опанайся! Чего? Ах, гляди, Опанайся, гляди! Что-то случилось! Тебе кричать! Что такое? Кричать! И беда ли какая, упаси Господи! Дядьку Кондрат! Дядьку Кондрат, вам из армии во пришло! Что? Пакет! Пакет? Они секретные. Где он? Поломал. Чуть сам не убился. Давай, давай, не тяни, давай. О. Все ребра приломал. Такая была машина, а? Такая машина. Только выдали. Да починю твой мотоцикл. Давай пакет. Почините? Починю. Эй. Где голова колхоза? Да зачем тебе нужен голова? Пакет давай. Да не вам адресованный, а ему. Так чего ж ты людей баламутишь дубинами? А, так вы посмотрите на обратный адрес. Ну, давай, 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 давай. О, из той части, где ваш Максим служит. Правильно. О. Наверное, от Максима Кондратьевича сообщение пришло. О, давай. При чем тут Максим? Пакет казенный. Зачем ты его на ток притащил? Тебе что? И вообще, товарищи, нечего цирк устраивать в рабочее время. Давайте работать. А ты что за указчик? Да, ну. О, из армии, говори. Из армии. Ну что ж, давай почитаем. Газета! Правильно, газета. На страже Родины. О, как! О, патриот! Я же говорил, вот дела какие. Пошел Максим Гору в газетах печатать. Да. Какой Максим? Посмотри-ка лучше. Портрет Степана Левада. А где ж Максим, какой а? Парень, а? Антируша, а Максим? Не устать нельзя, вот тебе и тихоня. Василинка, чего краснеешь? Следи, хорош. Дядьку Кондрат, не шукайте. Нема тут ни Максима, ни про Максима. Зато он сам про себя здорово пишет. Лучше газеты. Как же дыма? Он тоже отличился. Да еще как? Вот слушайте. Равняться по рядовому Перепелице. Где? Где? Вот. Вот тут! Нельзя только равняться по рядовому Перепелице. Он по-прежнему продолжает нарушать дисциплину и плохо относится к занятиям. А недавно за серьезный проступок командир строго наказал меня. Ой, дядя!
А в письме чего писал? Так брехаты, так брехаты. А фотография? Верно, фотографию все видели. А что фотография? Может быть, он так разбушевался, что генерала вызвали утихомирить его? Ну, больше болтать. Работать надо. Кадратский, что-то разобраться нужно. Пиво мы выпили. Выпили, а значит, играть. Довольно, становись по местам. Работать надо, вот. Живешь? Курить хочется. Эх ты, культурный человек, токарь пятого разряда. А не знаешь, что никотин отражается ж на нервах. На чем? На нервах. Вот был у нас в селе один случай. Васый худотеплый. Степа, помнишь? Помню. Счетовод. Бросил курить и умер. Не, постой, только он, кажется, сначала умер, а потом бросил курить. А еще один случай был. Чего нам значков нанесли? Максим! Максим, наш сержант на дерево сел. Почему не снял? Велел вперед идти. Отделение! Слушай мою команду! За мной! В чем дело? Танк выведен из строя. А как же воевать? Соображайте. Трактористы, пушку вниз! Отделение за мной! Самус прикрой огнем! Вася, давай! А ну действуй, как я! Самусь, давай. Раз. Черт. Пулемету по амбразуре Дзота 3. Огонь. Отделению окопаться. Ёжиков остается за меня. Что он, с ума сошел? С тыла решил зайти. Как бы ни подобрались. А ну наверх с карабином. Поздно! Шабаш, хлоп!
Гранаты есть? Да, кончились. У меня тоже ни одной. Закурим. Ты ж говорил, для здоровья вредно. Так то ж в воздухе. А на земле можно. Степа, вот бы так по Яблоневке пройти. Все что, мы не... Да вы что? Давай, давай. Ой, я ж горбуза схватил. Что? Ну, чё мы стоим? Идемте к складам, там наша машина стоит. Идемте. Ой, хлопцы. Только трохи подождать придется. Иван Твердохлеб после разгрузки повезет свою тещу в универмаг. О, яку тещу? Не знал. Это ж Ганна, коза. Замуж выдает Марусь. Славный хлопец Иван. А Маруся ничего, трохи вертлява. Ой, да что ж я дурна баба балакаю? Да брешут люди. Максим, да не может того быть. Да ты не верь. Максим, лучше семечки кушай. Жареный, гарбузовый. Небось забыл в армии, какие-нибудь гарбузы-то есть. А хлопцу про гарбуза забывать нельзя. Ой, семечки, семечки. Степа, что же это такое? Что, Маруся замуж выходит? Не может быть. Да ты что, девдохи не знаешь? Ты думаешь, брешет? Конечно. Стой, стой, а чего же она мне писать перестала? Та и Ганна с Иваном, ты ж сам видишь. А это еще на гарбуза намекает.
Неужели Маруся приготовила мне горбуза? Шоу, на побывку! На побывку, деду, здравствуй! Здравствуй! О, это что, командирские? Сержантские. Ох, скажи ты, сержантские. А мы тут твое письмо читали. А, добре ты умеешь письма сочинять. А потом газетка пришла. И никак мы в толк не возьмем, как твоя служба там служится. Ну ничего, служится. А вы, я вижу, весь двор обновляете. Да, приходится. А ты глянь на свою хату. Ха, железом покрыто. Да ну. Вот тебе и ну. А вот Иван Твердохлеб, о, какие палаты вымахал. Ну, правда, женится хлопец. Треба, чтоб было куда молодую женку привезти. О, постой, постой. Скажи, вот такие погоны, как у тебя на плечах, продаются где-нибудь? А? Ну, а как? А значит, продаются? Ну, конечно, продаются. А что, по документу чи свободно? Свободно. Можете и вы себе купить, хоть генеральские. А у тебя что, на генеральские гроши не хватило, а? Там мне эти лучше идут. Да, идут, идут. Ну, а скажи, командир, какие команды подаются при салютационной стрельбе? А, не знаешь. А я вот не командира знаю. При салютационной... При салютационной стрельбе подается команда. Стрельба шеренгой! Дерг шеренгой! День добрый! Фу, уже приготовились. Уже? Да. А я-то спешил скорее сообщить, что Максим со станции идет. Командир, пахает. Письменного уведомления не имею, да. Но слышал от Евдокии. А. Добрый день, добрый день. Стоит, стоит, по такому случаю чарочку приголубить. Присаживайся, Маркуша. Спасибо. Присаживайся. Спасибо. А кто там еще? Да дядька Панас топчется. Апанас, входи, не стесняйся, чего ты? Расслышал я, Кондрат, что гостя дорогого ждешь. Да. Ты уж не говори ему, что я с тебя грош истребовал за бочку пива. Вот я принес. А, принес. Другой раз спорить не будешь. А говорил с конца, с краю. Командир, брат. У вас человек настаивает, значит, закажем бочку пива. Как ты сидел? Идет! Здравствуйте. Сынку мой, что с тобой? Ой, горенька. Стой, стара! Что это такое? Выгнали! Тебя выгнали из армии! Говори, выгнали! А, да не, шо вы... А, значит, сам ты сбежал! Ой, ой, Люденька, ой, несчастный... Замолчи! Диду, Диду, спасайте Максима, убьет его Кондрат! Лёшка, беги! Лёшка, спокойно! Успокойся! Успокойся, Кондрат! Молчать! Смирно! Что такое? Слухай, ты Диду. Так хоть вы ему объясните. Ну, увидел меня вот это мой... Кондрат, ты в армии кем был? Солдатом? А сын твой за год сержантом стал. Я лично документы проверил. И не только сержантом, но и хлопцем геройским. С того свету меня достал. От смерти спас. Да. А на одежду ты не обращай внимания. Мундир бабка-параська высушит, выгладит и принесет. Спасибо тебе за сына такого.
Сынок. А? Кому эта шаль? Тоже маме. Та стара вона вже для такой шали. Сховай, пригодится. Максим, ты с чем вареники любишь? С сыром или же... Давай. Дай Боже, щоб все було гоже. Максим, ти пішов, прогулявся. Погода така яка хороша. Сьогодні ж воскресенье. Погода, говорю, хороша. Прогулявся. Да-да. Говорил с ней? А что говорить, дело ясное. Да бросьте, болтовня все это. Слушай, ну я тоже не маленький. Максим, ты же солдат. Выясни все дело до конца, потом решение принимай. Сходи к ней, поговори. Не пойду. Пойдешь. Степа. О, Галинка, а где Маруся? Дома с мамой ругается. Живо лети домой и скажи Марусе, чтобы никуда не уходила. Максим к ней придет. Правда придешь? Правда, правда, свататься придет. Ой, как интересно. Ну? Видишь, как тебя встречают? А ты уперся, не пойду, не пойду. Ну, желаю удачи. Смелее, солдат. Пишет как? За сливянкой побежала. Ух, змея! А тебя тоже дернула нелегкость. Свататься придет, свататься придет. Арбузом опозорить хочет. Опозорила! Ох, чего опозорила? Чего? Арбуза захвати! Нет, выйдет, по-моему, я человеку слово дала. Я пообещала, я людям сказала, а ты негодная. Не сами выходите за него, не лежит мне. Уходи, Максим. Кому ты поверил? Как ты мог подумать обо мне такое? Да я из-за Ивана целое лето на улицу не выходила, а ты... Ну, почему не приходил? Маруся, ну ты... Ну, ругай, ругай меня, Маруся. Вот побей дурака, даже не обижусь. Ты знаешь, когда увидел, что ты горбуза в хату понесла, думал для меня. Тебе горбуза, Максим. Да я для тебя вышитыми рушниками дорожку в хату выстелю.